А добрый, добрый вечер. Добрый, добрый. Ну, в который раз, вот мы, да, мы собираемся уже здесь для Антохи. На самом деле, сложно даже подумать, что 19 лет как-то вот. Как будто на самом деле все вчера было. Я много не намеревался говорить, но кое-что скажу. Вот как Антоха в нашей жизни появился. Я особо этот момент как-то пропустил. Он просто раз и возник из ниоткуда. И уже был с нами. И на тот момент меня покоробило, потому что кто-то появился в тусовке, кто поет лучше меня. Я-то думал, что я такой вот один весь гениальный. И меня прям это бесило вообще. Да чё он тут? А потом как-то вот заразился, что ли. Я вот скажу даже, что многое из того, что я вот, ну, научился петь, это я вот спустя много времени у Антона, наверное, все-таки как-то вот из подолья уроки брал. Я думаю, что скорби-то нет уже давно никакой. А есть, наверное, осталась радость. Радость от того, что вот был знаком, и пути твоей жизни мы пересеклись с этим человеком, да. Я думаю, эти люди, это люди Богом поцелованные, и поэтому рядом с ним, с такими людьми, мы себя чувствуем немного ближе к Творцу все время. Вот, и на них надо равняться, и это очень даже хорошо. Вот, сегодня, так, а можно, да, уже? Все работает. Все работает, проверили? Молодцы какие у меня прям вообще исполнительные. Евгений Пришин, проект «Мантикора». Сегодня это я, Катерина и Алексей. Исполним вот несколько своих вещей. Все для Антохи, он для нас пел, поэтому мы будем сегодня петь для него. И, возможно, даже знаю, что люди вот Антоху еще попоют вам сегодня. «Тени последней войны» песенка. Си минор я буду говорить для гитариста периодически, потому что мы вот, ну, редко очень репетируем. Сервис.
стены. И под плащом пистолеты, по карманам остатки весны. Сейчас будет песенка, которая называется «Повод». И вот как-то так она случилось, что она изначально была песней посвящением Крису Корнеллу. Тоже так вот безвременно нас покинувшему. А «Ми минор», вот, да, если кто помнит. Вдох или выдох. Вход или выход. Без премьер-лиги и никаких выплат. Одному страшно, пятером стыдно, как зерно в паше. До поры не видно. Thank you.
кислород в перемешку с азотом. Красный фонарь аварийного выхода. Повод чуть раньше закончить работу. Повод чуть раньше сорваться со смены. Повод чуть раньше зайти за портвейном. Жизнь индивида это не новый, но все-таки повод. Повод чуть раньше сорваться со смены. Повод чуть раньше зайти за портвейном. Следующая песня будет называться «Много буков». Там реально много буков. Я вообще люблю много буков. Вон басист где там сидит, не даст соврать. Все время меня гнобил за это. Ну, может, за дело, я понимаю, да, есть тоже такое. Но, тем не менее, вот как бы вырвался из-под контроля, видишь. «Много буков», да. Вообще песня называется «Алена», «Ля минор». Городу дружный подъем.
Солнечный свет заполняет оконный проем. Доброе утро, встающий с левой ноги. Доброе утро, ремни, козырьки, сапоги. Кто-то опять недоволен течением реки. Прячем глаза, держим строй, примыкаем штыки. Оставьте свои сообщения после звукового сигнала. Алёна, это я, Анна!
спасибочки. Еще двумя песнями вас помучаем. Песня следующая называется «Любовь Маузер». Кому как больше нравится, да, ну, то ли «Любовь» это Маузер, то ли Маузер это моя большая любовь. Мне, кстати, в детстве книжки нравились, когда там с этими революционеры там, с кем же они там, с баями там какими-то. И все время Маузер, да, был вот у какого-то сотрудника ЧК, главного героя, прям такого героического мужчины там. Почему-то они с Маузером, с Маузерами были. «Любовь Маузер». Съездов на цитаты, да по подъездам, что за спор, это было во вторник. Был майор, а теперь полковник. Жизнь металась, как паранойя. Парных стоек выложи фото на сайте, цитируй Пелевина в Твиттере, гордись бесконечными лайками, восторгайся репитами, сделай себе одолжение.
звезды не падают с дерева. Моя любовь — это маузер. Основание чьи-то. Моя любовь — это маузер. Песенку вот мы завершим наш сегодняшний сет и предоставим сцену не менее замечательным, а может быть и более замечательным, чудесным ребятам с разных городов Сибири, потому что здесь Барнаул, я знаю, да. Вот, а песенка называется «Ветер в харю». Thank you.
Кто дальше будет, я не знаю. Всех вот нас с почином, что такие люди были с нами и нас до сих пор продолжают собирать вместе. Всем спасибо. Можно замутировать гитару, я ее выключу. Отлично.